Panasonic NC и H30P гармонично сочетают в себе функции чайника и термоса. Корпус выполнен из глянцевого пластика, а панель управления русифицирована и проста в использовании. Температура регулируется в рамках четырех режимов. Есть возможность отсрочить старт подогрева на 6 часов при поддержании температуры в 90 градусов. Максимальное количество воды термопод нагревает за 27 минут. Нагревательный диск закрытого типа, при этом колба имеет угольное покрытие бинча. Вода подается в чашку с помощью электронасоса. Для снижения уровня хлора в воде предусмотрена возможность длительного кипячения. Panasonic NC и H30P обеспечен горячей водой на весь день, при этом не сильно навредив показаниям счетчика.